Многодетная семья из Томилина получила трехкомнатную квартиру. Тамара Мамушкина и 10 ее детей около месяца назад приехали в свой новый дом. Ну а наш корреспондент Мария Антонова заглянула в гости к новоселам. Ну что, освоились в новой квартире? Освоились. Ну вот, вам поможем чуть-чуть освоиться. Тамара Михайловна, это вам. Тамара Михайловна всю жизнь проработала на томилинском заводе ткачихой. Потом в интернате поваром и не могла позволить покупку собственной квартиры. Многолетняя очередь, и вот после личного приема у Дмитрия Дениско. Через несколько лет она получает свой родной уголок – трехкомнатную квартиру. Ну, это вся моя радость в данный момент. Мы переехали уже сюда, месяц прожили, немножко обживаемся, обставляемся, как можем. Ну, как у нас получится, мы посмотрим. Быть все у нас хорошо. У Тамары Михайловны 10 детей. 9 дочек и 1 сын. К тому же она бабушка 5 внуков. Дел, как говорит, хватает. Новости о появлении собственной квартиры никто из детей, вспоминает, сначала не поверил. Никто вообще не поверил. У нас мама шутница. Вот. Мы подумали, что это очередная шутка. Потом показала ключи. Вот. И мы уже подумали, ну, на самом деле. Вот. Ну, были все шокированы. Поговорили о планах на будущее, рассказали о себе. О плохом не рассказывали. Все сложности, говорит хозяйка, в прошлом. Теперь все хорошо. Этот случай особый. У меня практически нет знакомых, у кого 10 детей. И фамилия у нее такая Мамушкина. Она заслуживает того, чтобы быть мамой. И все дети, вы видели, какие? Как на подбор. Все красавицы, умницы, учатся все, ухоженные. Одним словом, практически идеальная семья. И вот помочь таким людям, мне кажется, это задача любого нормального человека. И теперь, благодаря всем усилиям, семья из 11 человек вместе с домашним любимцем, котом Мишкой, обрела дом. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.